Второй вопрос. Какие экскурсии посетить из Фуджейры? Это сильно утомительно? Вов. К сожалению, да. Вот Фуджейра хоть и находится выгодно, скажем, да, не в, скажем, таком вот, в, ну, немногие любят Персидский залив из-за его теплой воды и застроек в море, вода там фактически стоит. А Фуджейра почти уже на выходе в Аравийское море, туда, в океан, в Индийский. Как бы там и волна присутствует, и водичка другого качества, но на таком отдалении, что одна поездка в Дубай, например, то есть экскурсии стандартные, что еще, но Эмиратов тех как... Ну там всего ничего, да? Да, всего ничего, то есть от Фуджейры, из Фуджейры можно съездить в Дубай, в Абу-Даби посмотреть, мы с тобой вспоминали, в Рас-эль-Хайме есть какой-то ипподром, да, или в Аджмане, там, в общем-то, все, то есть единственное, что ехать, конечно, по времени прилично, это составит примерно 4-5 часов, и по стоимости, если ты едешь не в группе туристов на автобусе, а персонально на такси, то это $150 в одну сторону, на самом деле. И пейзажи среднего пошиба, да, пока едешь? Пейзажи в Фуджейре очень красивые, но они лунные, скажем так, то есть зелень отсутствует, но шикарные вот эти горные массивы расселены, но не быстро взгляд утомляет, потому что... Как бы, ну вот, вот такое оно везде. И по трассе ты едешь, справа-слева обрывы, красиво, но ну, 10 минут, ну 15. Ну, снимал-снимал, фотографировал-фотографировал, и заснул в итоге, да. Как бы, это не Андорра далеко, которая тоже в горах, но там, конечно, все-таки глаз, он, ты же знаешь, что он мелкие детали хватает и не дает ее спать. Вот, и учитывая, что страна довольно молодая, то есть исторически особого там нечего смотреть. Один чего дубайский исторический музей стоит. Ребята, не обижайтесь, арабы, ну, хи-хи-хи. Вот. У них там есть много чего другого посмотреть. Да, они экскурсии... на другую ставку делают. Экскурсии стандартные, но ехать далеко и дороговато. Но на Фуджейру едут те, кто хочет отдыхать в чем-то похожем на Египет либо на Турцию. Да, это да, почти да. Все отели в первой линии, очень зеленые. Все включено. С отличным сервисом. Вот только для сравнения, такие отели в Дубае вы фактически не найдете. Не вернее, реально, за них нужно будет выложить целое состояние. Угу. И тур может стоить, как ну, подержанная иномарка, там, от 5000 да. долларов и выше. На Фуджейре это доступно за адекватные деньги. То есть... Ну и, ну, там, и там нет вот этой проблемы, те, кто любит, не любит молоко, вот когда вода как парное молоко, у некоторых сразу начинается вот это. Да, и еще одна важная деталь, вот отели, которые, говорят, находятся в Фуджейре, они на самом деле находятся на приличном расстоянии, примерно 40-50 километров от города Фуджейра, именно пляжные отели. Регион Фуджейра, а до города тоже ехать так часик, наверное. Ну, то есть это такая, скажем, изолированная зона, отель полноценный, как это, самодостаточная территория отеля, абсолютно, не более. Абсолютно, шикарные отели, да. Шикарные, мы там жили пару дней, очень круто, да.